сейчас я расскажу, какой же подход Банка России по реализации федерального проекта «Информационная безопасность», так скажем, взгляд Банка России. Мы выделили в программе, в федеральном проекте «Информационная безопасность» 6 ключевых направлений. Это направление, которое либо Банк России является соисполнителем и исполнителем мероприятий, либо результат реализации мероприятий напрямую влияет на всю кредитно-финансовую сферу. Какие же это направления? Это мониторинг компьютерных атак, банковские финансовые технологии, импортозамещение и криптография, подготовка кадров, нормативное регулирование и отдельное направление – это перспективные технологии. Это туманные квантовые вычисления, интернет вещей, принятие решений на основании результатов вычислительных экспериментов, и дополненная реальность. Как мы будем строить нашу работу по реализации данных направлений? Ну, во-первых, Банк России является одним из ключевых участников программы, и мы являемся связующим звеном между кредитно-финансовой сферой и ОНО «Цифровая экономика», проектным офисом, ответственными федеральными органами исполнительной власти и центром компетенции. То есть мы доносим мнение всей нашей отрасли до компетентных участников программы. Для этого мы что сделали? Мы создали тематическую рабочую группу. В тематическую рабочую группу вошел уже 81 участник из 25 ключевых представителей нашей отрасли. Это Газпромбанк, Сбербанк, Тинькофф, НРД, Портат, НСФР и другие. Первое установочное заседание мы провели 15 февраля, то есть фактически накануне нашего форума, обсудили основные аспекты и наметили ключевой план работ. Что будет делать наша тематическая рабочая группа? Ну, во-первых, мы будем прорабатывать, разрабатывать и формировать подходы по реализации наших мероприятий, а во-вторых, пытаться применить те лучшие практики работы, которые реализуются в рамках других мероприятий. Для этого мы в рамках нашей тематической группы создали несколько подгрупп. Эти подгруппы перекликаются с направлениями, которые я озвучила: противодействие компьютерным атакам, банковские финансовые технологии, криптография, кадры и нормативное регулирование. По каждому направлению у нас есть куратор от Банка России, который будет заниматься непосредственно реализацией данных мероприятий вместе с участниками тематической рабочей группы. Отдельно хотела бы остановиться на таком направлении, как нормативное регулирование, и на подгруппе, нашей подгруппе по нормативному регулированию. Перед ней стоит особая задача. Эта подгруппа будет работать на стыке двух федеральных проектов: проект «Информационная безопасность» и проект «Нормативное регулирование». Вся работа будет строиться по двум ключевым направлениям. Первое. Либо мы прорабатываем в рамках информационной безопасности проект, а в дальнейшем совместно с нормативным регулированием продумываем, как правильно и адекватно закрепить то, что мы проработали в рамках информационной безопасности. Нам важно, чтобы нормативное регулирование было, как я уже сказала, адекватным, отвечало нашим требованиям. Второе направление – это мы разрабатываем акты непосредственно сами, где Банк России является головным исполнителем по мероприятиям, формируем подходы и проходим все необходимые этапы согласования. Это наша работа по нормативному регулированию. Как построена работа в нашей группе? Вот на слайде представлена информация. Мы будем проводить очные и заочные заседания в зависимости от того, насколько быстро нам нужно реагировать на те задачи, которые перед нами ставит цифровая экономика. Те, кто участвовал уже в реализации ряда направлений, вы прекрасно знаете, что по некоторым задачам срок исполнения, как правило, бывает сутки. Поэтому очевидно, что очные мероприятия мы с вами провести не сможем. Будем отрабатывать все в заочном формате. В случае возникновения каких-либо дискуссионных вопросов, требующих обсуждения нескольких подгрупп, мы, безусловно, будем собираться в очном режиме на площадке Банка России и формулировать те требования, которые будут удовлетворять требования всех участников.
Также, коллеги, мы создали специальную электронную почту, ящик электронной почты digitalsobaka.cbr.ru. На него вы можете присылать свои предложения, если у вас уже есть по реализации. Также с этого адреса электронной почты мы будем присылать информацию всем участникам и взаимодействовать. Положение о нашей рабочей группе и состав сейчас находится на утверждении. Если еще кто-то из вас хочет принять участие в этой непростой работе по реализации федерального проекта «Информационная безопасность», вы можете прислать свои предложения с перечнем участникам на наш адрес электронной почты. Мы, конечно же, постараемся их учесть.